Сегодня, 9 мая, завершающей частью Парада Победы стало традиционное шествие бессмертного полка. Сотни людей объединило одно. Они пришли на главную площадь города с фотографиями ветеранов, своих родственников, чтобы почтить их память и сказать спасибо за победу в Великой Отечественной войне. Эти люди, завоевавшие победу, живы в наших сердцах. Их не станет только тогда, когда умрет память. Услышь меня из глубины времен, ты мой родной, мой легендарный братец. И с высоты на мир спасенный глядя, найди себя среди других имен. Я с гордостью встаю в бессмертный полк, ведь память о тебе для сердца свята. И помнить подвиг каждого солдата для правнуков победы высший долг. Акция «Бессмертный полк» является гражданской инициативой по увековечиванию подвига солдат Великой Отечественной войны, сохранению памяти о доблести и героизме народа, задача которой – вернуть чувство сопричастности человека, его семьи, истории Родины. Впервые в 2012 году на параде в Томске прошли с портретами солдат. Акция называлась «Бессмертный полк». Это название сразу понравилось многим. Вот так народная инициатива обрела свое сегодняшнее название. В 2013 году «Бессмертный полк» прошествовал уже по 120 городам. В 2014 году, по предварительной оценке, акция охватила примерно 400 населенных пунктов, объединила более полумиллиона участников. В 2015 году президент Российской Федерации Владимир Путин разрешил проход бессмертного полка по Красной площади. И шествие с портретами получило статус народной части Парада Победы. В его ряды встали 500 тысяч человек в Москве и более 13 миллионов по всей России. И народ уже прозвал его «Бессмертной армией». В рядах бессмертного полка и наш родной город славится на Кубани. По улицам Победы и Красной идут колонны бессмертного полка. Это патриотическая акция памяти тех ветеранов, которых уже нет с нами, но которые достойны пройти победным маршем 9 мая. Участники бессмертного полка, фронтовики, дружинники тыла, малолетники, узники фашистских лагерей, оккупированных деревень и городов. К счастью, сейчас с нами. Это скромные люди, которые не думали, что в годы войны совершали подвиг. Это люди, чья жизнь в годы войны стала сплавом мужества, стойкости, самоотверженности. Именно им мы благодарны своей жизнью, им, фронтовикам. В День Победы каждый, кто чтит память своего родственника, ветерана, выходит на парад Победы с его фотографией, занимая место в колонне бессмертного полка. Без всякого сомнения, река солдатских портретов, пронесенных россиянами сегодня по всей стране, станет незабываемым событием для России. И будет день с улыбками, слезами, утихнет боль, поймем мы, смерти нет, они всегда в строю, навеки вместе с нами, в одном святом строю идут и внук, и дед. Мы пришли сюда, чтобы пронести портреты наших прадедов, дедов, отцов, для того, чтобы каждый из них прошествовал рядом с нами в одном полку. Вот они, кто в годы войны защищал Родину от врага, ковал оружие победы на заводах, растил хлеб. Они должны пройти победным строем. Слава героям Великой Победы! Бессмертный полк России показывает всем свою мощь и красоту. Все мы ощущаем себя одним народом, одной семьей. Бессмертный полк России стал новой реальностью, народной частью Парада Победы, ожидаемым радостным событием, соединяющим страну в большую семью, какой мы были всегда, но просто немного забыли. Бессмертному полку России быть на все времена. Все те, кому дорога память о фронтовиках-победителях, все те, чьи отцы, деды и прадеды воевали в Великой Отечественной войне, все те, чьи близкие и родные погибли на фронтах этой страшной войны, и кого уже нет с нами, но кто до сих пор остается с нами в одном строю. Непобежденным,
непокоренным, бессмертным солдатам Великой Отечественной войны посвящается. Бессмертный полк опять в строю. Участвует в торжественном параде. Портреты победителей несут. Бессмертие представлено к награде. В облегших снимках разных лет видна война, эпохи лихолетия. Грудь в орденах за множество побед, за мир в стране, за многие столетия. По площади идет неровный строй. Их дети, внуки, вдовы и сироты. Для каждого из них он был герой. В атаку шел на вражеские дзоты. Победный гром салюта в вашу честь. Бессмертны в памяти людской остались. Святой была фашистом ваша месть. Вернуться с той войны не всем досталось. Бессмертный полк опять в строю. Нам не забыть о той войне далекой. Вы не щадили в битве жизнь свою. И уходили в вечность вы до срока. Память, память за собой позови в те тревожные далекие дни. Ты героев ушедших сейчас оживи, а живущим ныне юность верни. Память, память, ты же можешь, ты же должна стрелки на мгновение повернуть. Мы хотим не просто вспоминать имена, мы хотим в глаза им заглянуть. Пусть станет строй народ моей страны, пусть помнят села, города, станицы, своих героев праведные лица, великого достоинства полны. Чтоб слава их пережила века, чтоб помнили об этом наши дети, чтоб знали цену той святой победе. Вставай в ряды бессмертного полка! Сбывается предсказание военного эксперта Владислава Шурыгина, наиболее точно описавшего смысл прохождения шествия по Красной площади. Если всех погибших поставить в парадный строй, то эти коробки шли бы через Красную площадь 12 суток. В обмотках и сапогах, шинелях, комбезах и телогрейках, пилотках, ушанках, буденовках, касках, бескозырках, фуражках. Парад героев. Парад победителей. Если не смогли сами солдаты, это сделаем мы, их потомки, дети, внуки и правнуки. Бессмертный полк России становится серьезной силой, скрепляющей связь поколений, которая возвращает гордость за великие свершения наших предков и превращает народ в одну семью, какой он и был в минуты великих испытаний. Бессмертный полк, ты будешь жить веками. Бессмертный полк, победы нашей пламя. Герои не умерли. Они идут вместе с нами сегодня на параде в честь Дня Победы. В этом торжественном марше участвует более 2000 человек. Люди несут флаги, портреты ветеранов с гвардейскими лентами, участников Великой Отечественной войны и ордена своих родственников и ветеранов. У людей праздничное настроение, на их лицах гордость за своих родственников, одержавших великую победу. Память о ветеранах, ушедших от нас, не должна предаваться забвению. И бессмертный полк города Славянска на Кубани яркое тому подтверждение. В колоннах бессмертного полка города более 2000 человек. Это дети, внуки, героев, школьники, студенты, жители нашего города. И пусть ежегодно в центре нашего города, как символ нетленности памяти людской, парадными колоннами идут вечно живые участники войны. И пусть ежегодно летят в праздничное небо воздушные шары, как майский салют в честь наших дедов и прадедов. Мы выходим, стар и млад, в день победы на парад. В честь героев, чьи сердца бились гордо до конца. Бессмертный полк в одном строю, кто жив и кто погиб в бою. Бессмертный полк в словах святых,
единство павших и живых. Бессмертный полк построил в ряд и генералов, и солдат. Бессмертный полк, в нем все равны в борьбе за жизнь и честь страны. Внук несет в руках портрет, там его погибший дед. Дед на снимке молодой, внук идет уже седой. Имена и ордена, с ними вышла вся страна, и течет через века светлой памяти река. Бессмертный полк, сквозь время память пронесен. Бессмертный полк, бессмертный полк, а сколько лиц здесь и имен.